Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Россия по-прежнему теряет в ДТП огромное число граждан. В прошлом году погибших в автоавариях было свыше 16 тысяч. За 9 месяцев этого года 12 тысяч, информирует ГИБДД. По данным ведомства, наиболее аварийным днем недели является пятница, а вернее вечер последнего рабочего дня. Меньше всего дорожных происшествий регистрируется с часу ночи до 7 утра. Трасса 101. В нашей стране может появиться новый штраф для водителей. Его размер от 10 до 30 тысяч рублей. Столь весомое взыскание будет грозить шоферам, которые в течение года трижды грубо нарушат правила дорожного движения. Что такое грубо, Министерство юстиции пока не уточняет. Ранее с похожей инициативой выступала МВД. Правда, там был нюанс. Учитывать предлагалось только проступки, фиксируемые непосредственно автоинспекторами. Трасса 101. Госдума вскоре рассмотрит законопроект, который отменяет штрафы с дорожных камер, если перед ними отсутствовал знак 6.22 фото-видеофиксация. Проще говоря, не было знака, штрафа тоже быть не должно. Напомню, что с сентября этого года изменились правила установки упомянутого знака. За 150-300 метров на трассе, а в населенных пунктах только на въезде. Трасса 101. «Шкода» представила новинку, разработанную для Индии, однако машина может появиться и в России. Седан «Славия» чехи сделали на той же платформе, что и компактный кроссовер «Кушак». Длина 4,5 метра, колесная база почти 2,70. Модель бюджетная, поэтому расписывать ее подробно смысла нет. В гамму моторов вошел 1-литровый бензиновый двигатель мощностью 115 лошадей. О стоимости авто пока информации нет. Начальный ценник самой доступной «Шкоды» в России сейчас, лифтбэк «Рапид» на сайте производителя, 1 миллион 16 тысяч рублей. Трасса 101. А производитель детских автокресел Cybex выпустил удерживающее устройство, оснащенное подушкой безопасности. Она встроена в своеобразный пояс, который обхватывает юного пассажира спереди. В случае ДТП подушка накрывает ребенка с головы до колен, что уменьшает вероятность травм наполовину. В Европе новинка будет стоить 700 евро или почти 60 тысяч рублей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101.